Приглашение в Фазанерию на турнир по гвинту. Организатор некий граф Мальер. Под ноги-то гляди! Все ебанутые. Выпьем за здоровье, да. Потому как... А теперь пойду выпью и потанцую. Итак, до следующей недели. Твоя слава летит впереди тебя, Герр. Выпьем за здоровье, да. Тяжко на службе с пустым брюхом. Все в порядке.
Вы, наверное, целый свет объехали, сударь. Осталось свободное место для того, кто будет играть в Скеллиге. Труд облагораживает, а лень делает чистую. А при князе Раймунде о таком и подумать нельзя было. Уверяю вас, Скеллиге масть не слабее остальных. Скоро это будет признано повсеместно. Ну, не знаю. Я обычно играю Нильфгаардом, так что, пожалуй, я еще подумаю. Меня зовут Геральт из Ривии. Я прочитал о турнире по гвинту и... И попал точно по адресу. Меня зовут Мартин Монье. Я главный организатор. Турнир наш не просто развлечение. Мы надеемся рассказать о новой масти, которую придумал мой брат, о колоде Скеллиге. А как возникла идея сделать новую колоду? Все в Баклере знают, что я большой энтузиаст игры в гвинт. Таковым был и мой, к сожалению, уже покойный брат. Другой же нашей общей страстью были путешествия. В молодости мы много времени провели в море. Путешествовали по самым разным уголкам мира. Но больше всего нас очаровали острова Скеллиге. До сих пор у меня перед глазами эти мрачные скалы, о которые разбиваются волны бурного моря. Это они подвигли моего брата создать новую масть. А расскажи мне побольше о новых картах. Облик карт передает дух островов, что увлекают варварской красотой. Изображены же на них герои скелликских легенд, берсерки и разные создания островов. Лидер колоды, разумеется, король Бран Тиршах. А другие знаменитости? Хьялмар и Керис Анкрайты, хотя и порознь. Герои Хеймдаль, славный друид Мышавур и многие другие. А могу я поучаствовать в турнире? Да, одно место пока осталось, но есть условия. Ты должен будешь играть картами из колоды Скеллиге. Видишь ли, я просил об этом многих опытных игроков, но они боятся всего нового. Для них слишком важен выигрыш, поэтому они предпочитают играть своими испытанными колодами. Ну, я понял. Одним словом, тебе нужен кто-то, кто докажет, что Скеллиге не хуже испытанных колод и выиграет турнир картами, которые придумал твой брат. Я вижу, мы замечательно друг друга понимаем. Взгляни на трофей. Если победишь, он станет твоим. И правда, выглядит неплохо. Можно будет поставить его на буфете. Согласен. Я сыграю этими новыми картами. Я чрезвычайно рад это слышать. Еще одна маленькая деталь. У меня только основная часть колоды. Мой брат раздал и проиграл много важных карт. Значит, этими картами выиграть турнир не получится? Это можно легко исправить. Померяйся силами с местными игроками. Верни недостающие карты. Заодно и потренируешься перед турниром. Вот карты, с которыми я могу расстаться. А остальные я оставлю себе. Я собираюсь играть такой же колодой. А лень делает число. Милостивая княгиня, солнышко наше ясное. Сердце не вмещает такой. Добро пожаловать в Фазанерию. Я понимаю, ты занята, но, может,
партийку в Гвинт? Милостивая княгиня, солнышко наше ясное. И снова здравствуйте, мастер.
Нет желания сыграть в гвинт? От этой бестии ведьмак лучшее средство. Да здравствует княгиня! Тяжко на службе с пустым брюхом. 143-12 в памяти. Здравствуй. Не желаешь сыграть со мной в гвинт? Thank you.
Холера, что-то мне не нравится. Ничего нету. Как пришла на Кадаму? Миллионок, чтобы я тебе дала. Тысяча чертей. Что за стиль? Сразу видно, северянин. Простите? Ой, ну что тут прощать? Переодеться вам следует и побыстрее. Прошу в салон. Ну проходите, проходите, проходите. Нет желания сыграть в гвинт?
сражаться, тот окончит дни в темнице. Приветствую! Прошу, прошу! Тусент славится лучшими винами в мире, а я продаю лучшие вины в Тусенте. Покажи, что у тебя есть. Может, что-нибудь мне приглянется. Сыграем партию в гвинт. Опять блог. Я за тобой слежу, Седой. А интересно, сколько вот такой вот ведьмак? Правда, скверный двустрел в этом году уродился. Клиент вернувшийся, клиент довольный. Прошу, прошу. Травы травами, а в гвинт сыграть не желаешь? Thank you.
Правда, скверный двустрел в этом году уродился. Всяческие скандалы и драки во время фестиваля будут сурово караться. Лучших товаров не найдешь во всем Тусенте. Приветствую, проходите. Лучшие товары по лучшим ценам. Может, вместо лишних слов, а? Сыграем в гвинт. Поставщик двора ее княжеской милости. Тяжко на службе с пустым брюхом. Кую лучшие доспехи. О, прошу прощения. Может, сыграем в гвинт? Thank you.
О, святой лебеда, я сейчас засну. Все в порядке! Режинальд Добре возвращается! Не пропустите! Покупайте билеты, скорее! Только у меня! Да здравствует княгиня Анна Генриетта! Любимец сиятельной княгини. Все ебанутые! Ведьмак не дует. Прошу, прошу, тебе я всегда рада. Уютное местечко. Я рада, что вы заметили. Я всегда мечтала, чтобы дом терпимости был домом не только по названию. Я не хотела, чтобы клиенты забегали сюда просто... пустить пар. Ну, знаете, клиент заходит, снимает штаны и уходит. Едва девушка повернется на бок. Нет, у меня постель не воняет потом, в матрасах нет клопов, и вино я не разбавляю. Здесь хочется остаться подольше, поговорить, раскинувшись в кресле, выкурить трубочку. Все это после небольшого денежного взноса, разумеется. У меня есть немного необычная просьба. Только пусть это останется между нами. Мне вообще-то не следует. А, пустяк. Так чем я могу помочь? Сыграем в гвинт. Не диво, что его княгиня вызвала.
ревийца. Коня у меня увел. Сосиски, ветчина, паштеты! Я понимаю, что ты занят, но, может, сыграем в гвинт? Шевелись, плотва. В Баглере все спокойно. Вы Геральт из Ривии? Ваш герб мост?
победитель турнира? Какая честь для меня! Я понимаю, что ты занят, но, может, сыграем в гвинт? Победитель турнира! Геральт Гербамост, истинный мастер меча! Приветствую! Как насчет партийки в гвинт? Наковальню бум! Вот такая кузнечная музыка! Thank you.
Это! Тяжко на службе с пустым брюхом. Завивка волос, осветление, восстановление, перхоть и уничтожение. Мое почтение, рыцарь Геральт. Наслышан о ваших свершениях. Можешь меня подстричь? Может, сыграем партию в гвинт? Завивка волос, осветление, восстановление, перхоть и уничтожение. Победитель турнира! Это боги послали бестию, чтобы покарать нас. Милостивая княгиня, солнышко наше ясно. Так-так, сам Геральт, чей герб мост, почтил визитом мое заведение. Чего изволите? Есть желание сыграть в гвинт? Ешьте, пейте и радуйтесь! Так речет лебеда! Thank you.
хитрость пришла на смену чести. Да здравствует победитель турнира! О, наш герой! В Баклере все спокойно. Я бы посоветовал нашу знаменитую рыбацкую похлебку. Но у нас, как назло, раки кончились. Так замени их рыбой какой-нибудь, хоть бы и окунями. Заменить раков рыбой? Помилуйте. А дальше что? Уксус вместо вина? Петрушка вместо тимьяна? Вы, северяне, хороший народ, только в еде ни шиша не смыслите. Не слыхал ничего интересного? О чем рыбаки говорят? Об одном нордлинге, который раков от окуней не отличает. Давай-ка по делу. Да еще и в чужие дела лезет. Я разговоры клиентов не подслушал. И уж точно того, что слышу, повторять не стану. Раз рыбацкой похлебки мне поесть не судьба, давай хоть в гвинт сыграем. И планы дали. Вино в бокале и ночь на сеновале. Thank you.
надо уметь. Но пошло. Любимец сиятельной книги. Я как-то шел по кухню. Предвестник беды. Славный Геральт из Ривии! Здравствуйте, сударь. Что вам угодно? А, я бы вина выпил. А какое вам? Красное, белое, розовое? Сухое, полусухое, сладкое? Апелласьон какой? Я еще подумаю. Расскажешь мне что-нибудь об этих местах? А что тут рассказывать? Разве что властитель этих земель, месье де Бурбё, самый напыщенный фигляр в Туссенте. Это точно. Я уже имел удовольствие. Сомнительное. Может, сыграем партию в гвинт? Найди эту бестию. Thank you.
Дошел Патуфон. Ну, где виноградник? Лучше петушок. Устал, прилег отдохнуть на столбе. И тут вдруг... Времени не бойся, пару бутылок. Все в порядке! Добро пожаловать в мое скромное заведение. Откуда вы идете? Я уже так долго в пути, что я не знаю, что ответить. Скажем, просто с севера. Правду люди говорят, будто после войны там развалины одни остались. Преувеличивают, но не сильно. Простите, что спрашиваю. У меня родня в Эйдирне. Вот мне и интересно. Ну ладно. Скажите, что я могу для вас сделать? Ты говоришь, у тебя родня в Эйдирне? А где? Можно узнать? В Венгерберге. Может, бывали там? Да, и не раз. Это родной город одной моей... подруги, скажем так. Хороший, красивый город. Насколько я знаю, он не слишком пострадал при вторжении. Ох, рада слышать. У меня прямо на сердце полегчало. Как насчет гвинта? Не хочешь сыграть? И все только пить давай, есть давай.
Быстрее. А старуха моя, когда ходила по ягодам, говорила, что какие-то стены среди деревьев. Люди, люди, что ж я делаю? Мне вот эти графа Манье нравятся. Глупость. Кому нарусил? А? В чем дело? Ты это, в гвинт сыграть не хочешь? Только у меня! При покупке панциря помощь в оформлении кредита у Чанфанель! Thank you.
как обычно. Ничего. Пошла. Чародей грёбаный. Еще ребятишек сглазит. Большой человек с севера. Работать надо. Пока еще видно. Дядюшка говорит, если будут... Мужик-то может быть и гадкий. Она там дали и торты. Кламер, дружище. Это же всем известно. Дайте пить. С работой, как с бабой. Всегда поменять можно. И срать-то как хочешь. Добро пожаловать, путник. Желаете травок? Зверобоя от боли в животе или... От боли в животе я бы взял кору ивы или корень ириса. Зверобой вызывает головокружение. Ну, извините. По виду никогда бы вас за травника не приняла. Внешность обманчива. И в любом случае мне нужны не обычные растения, а редкие ингредиенты. Сможешь мне помочь? Или мне еще кого поискать? Смотри сам. Не хотел обижать. Я и не обижаюсь. Это мне надо извиняться, что судила по внешности. А скажите, откуда у вас такие познания? От какого-нибудь соседского травника? Нет, из далеких краев. Из Каэр-Морхена. Это северный Каэдвен. Боги, это ж на другом краю света. Что же вас в Тусент занесло? То же, что и всегда. Я убиваю чудовищ. Не желаешь сыграть со мной в гвинт? Как они приятно пахнут.
А у меня дочка есть на выданье. Хламер, дружище. Это же все... Ты славный Геральт из Ривии? Правда? Знаешь, какой должен быть... Ведьмак в Баклере? Странно. Здоровья! Руки прочь от гвинта! Мне здесь нравится? Новиградские шалопаи! Мне здесь нечего нравится? Гвинт менять! Уберите! Приветствую на турнире. Могу я взглянуть на вашу колоду? Да, конечно. Впечатляющая коллекция. Граф Монье ожидает вас. Прошу. Благодарю. Приветствую. Рад новой встрече. Ну и как тебе масть Скеллиге? Отличные карты. С удовольствием ими сыграю. Очень рад это слышать. Расскажи побольше о правилах турнира. Есть что-то особенное? Пожалуй, сперва я представлю участников. Это лучшие игроки со всего света. Хамаль Альденбали, афирский купец... Эрик Ван Врок, вельможа из Новиграда. И, наконец, представитель Скеллиге. Представитель? Представительница? Ослеп, что ли? Разумеется, я не хотел никого обидеть. Это Агнета Скьёльд, женщина очаровательного островного темперамента. Теперь, что касается правил. Каждый играет одной мастью, которую нельзя менять до конца турнира. Проиграешь матч – вылетаешь. Лучший из вас встретится с победителем предыдущего турнира, его превосходительством, посланником Нильфгаардской империи, господином фон Хинном. А победителя этого поединка в финале буду ожидать я, собственной персоной. Руки прочь от гвинта! Нет новым мастям! Можно узнать, у кого из игроков какая колода? Это вовсе не секрет. Эрик Ван Врок сыграет колодой Королевства Севера. Его превосходительство, как истинный патриот, возьмет колоду Нильфгаарда. Хамаль Альденбали сыграет колодой Чудовищ, а Агнетта Скьёльд выбрала Скаятаэлей. Я буду играть против финалиста колодой Скеллиге и решительно намерен доказать ее достоинство. Снаружи собрались какие-то недовольные, и их немало. Руки прочь от гвинта! Не хотим новых мастей! Манье, ты шарлатан!
Руки прочь от краснолюдской игры! Не всем по душе перемены. Традиционалисты против того, чтобы вводить Скеллиге в набор канонических мастей, но не будем забивать этим головы. Если все не против, можем начинать. Приглашаю всех на террасу. Вскоре Герольд объявит начало турнира. Объявляю турнир открытым! В первом туре Агнета Скьёльд сыграет против Эрика Ван Врога, а Геральт из Ривии против Хамаля Альденбали. Прошу к столу. Не желаешь ли поднять ставку? Что ты имеешь в виду? Я собираю оружие. Меня очень заинтересовал твой серебряный меч. Если я выиграю, я заберу его. А если проиграю, отдам тебе свой. Что же цель? Будь по-твоему. Начнем.
благодарю за игру. А я поздравляю с победой. Не знаю, что меня заставило играть с тобой на меч. Видно, наш бог не хранит меня больше. Прошу, пусть он тебе верно служит. Я не проиграл бы, если бы ты играла по правилам. Там, откуда я родом, такие оскорбления даром не проходят. Еще раз скажешь, что я жульничаю, я тебе язык отрежу. Довольно. Без рук. Гвинт, господа. Спорт благородных людей. Мы требуем от участников турнира безупречных манер. И не потерпим никаких скандалов. Посему, по решению графа Монье, соперники из Новиграда и Соскеллиге дисквалифицированы. Я не соперник, а соперница. И мне нет дела до турнира, где любой проходимец может обвинить меня в обмане. В первом туре Агнетес Кьёльт и Эрик Ван Врок были дисквалифицированы. А Геральт из Ривии победил Хамаля, Альденбали и Зафира. В полуфинале Геральт померится силами с обладателем титула, его превосходительством Фон Хином. Большая честь для меня.
играть с тобой большое удовольствие. Удовольствие было взаимным, поверьте мне. Поздравляю, ведьмак. Хватит позорить Гвинт! Долой новые масти! Кажется, у нас неприятности. Пошли вон отсюда! Ноги в руки и бегом на Скеллиге хлебать суп тюленей! Прошу держать себя в руках и выражаться прилично. Пес бы тебя выражал, Манье! Руки прочь от Гвинта! Может, вместо того, чтобы угрожать и драть глотки, скажете, чего вам надо? Мы уж говорили и не раз! Да только никто нас не выслушал! Я выслушаю. Гвинт — древняя игра. Ее правилам много веков. Вот именно! Они отражали природный порядок вещей! Мастей должно быть 4! Это природное число! Мы не согласны на новые масти! Это плевок в лицо традиции! Да! Руки прочь от Гвинта! Хватит! Мы тут не беседовать пришли, а морды бить за наши традиционные ценности! Навались, мужики! Это ты зря! Вот стерва сраная! Ебать! Выбьем у них из башки дурные мысли! Я их выделал, потом спляшу, а ебись оно внутри противо! Ну, хоть остыли немного. Сука, у меня в глазах троица и четверица. С меня довольно, я вызываю гвардейцев. Спокойно, граф. Протестуйте, машите кулаками, возмущайтесь. Только перемен вы все равно не остановите. Если вам не нравятся новые правила, играйте по-своему. Но не запрещайте другим играть, как им нравится. Не трынди! Как говорит мой приятель Золтан Хивай, если кто один говорит, что ты трындишь, он может и ошибается. А если много человек говорят, что ты трындишь, значит, ты и правда трындишь. Так что, кто еще считает, что я не прав? Золтан Хивай! А как его дела? 100 лет его не видел. Последний раз я видел его в Новиграде. Охотно расскажу подробности за бутылкой чего покрепче. Всем внимание! Расписание вылазки меняется! Идем пить водку с приятелем Золтана! Господа, обождите! Нас ожидает финальный поединок! Финальный? Какой еще, сука, финальный? Я, Яги Рафибер, объявляю, что приму участие в турнире и требую встречи с победителем! Раз и навсегда решим, чего стоит ваше Скеллиге! Согласен, но прошу терпения. Сперва разыграем предварительный финал. И в предварительном финале сойдутся граф Манье с колодой Скеллиге против Геральта из Ривии с той же мастью. Исполняется мечта моего брата. Скеллиге в финале, причем у обоих игроков. Удачи. Thank you.
Поздравляю! Победил сильнейший и с лучшей колодой. Спасибо за игру. Хуй там выиграла, ваша скеллиги! Турнир не окончен! Сейчас моя очередь! Как мы и договаривались, пусть наш спор завершится здесь и сейчас. Нас ждет большой финал! Геральт из Ривии, играющий мастью Скеллиге, сойдется с Яги Рафибергом, с колодой... С Куятой! И пусть победит сильнейший! Спасибо за игру. Дьявол! Больше всего меня бесит, что выиграла эта долбаная Скеллиге. Но, как говорится, что поделаешь, поздравляю. Ай да, мужики, пойдем выпьем. Нет и нет, это я приглашаю и всем ставлю выпивку. Надо отметить победу новой масти. А если кому охота сыграть пару партий в гвинт, не вижу препятствий. Благодарю за все, Ведьмак. Что, не все пошло так, как ты планировал? Главное, что мы играли в гвинт, и я представил новую масть. Ты оказался настоящим мастером игры в гвинт. Вот главный приз. Ты заслужил его по праву. Спасибо, граф.
Еще раз спасибо, что нашел возможность сыграть на турнире. Надеюсь, мы еще встретимся. Кто знает. Прощай. Баклере все спокойно. Бестия, это кара за упадок нравов. Никакой...